вот это крутяк. Как тебе такой питомец? То он холодный? Или тепленький? Ой-ой-ой, что-то он настроился как-то агрессивно на нас, смотри. Ой, какой малыш, смотри, какой классный. Вот это крутяк, Кристина. Всем привет, мы на канале Принцесса Кристина. Сегодня мы будем смотреть на крокодилевую ферму. Ферму, настоящие крокодилы. Да. Пойдем, Кристина, и другие животные. Погнали. Кто нас встречает, Кристина? Змея. Это же настоящий питон. Огромный, смотри, какой. Питон огромный. Просыпайся. Хочешь его погладить? Да. Да? Так что, пускай достанут? А вот смотри, какая змея огромная. Ух ты. Это удав. Даже знаешь название их? Да, удав. Очень крутой. Смотри, какая черепаха, Кристина, с носиком. Что она делает? Какая шея длинная, ничего себе. Да, и ласты. Смотри, какой пузик. Кристина, иди погладь пузик. Что он там делает? Да ты что? Точно, смотри. Ух ты, здорово. Нащупит, подожди. А ну пальчиком потрогай. Кто у нас здесь? Что это, Кристина? Что это такое? Чьи это рога? Чьи это рога? А вон она спряталась. Смотри, такая полосатая. А это кто у нас? Какой-то питон. И он не один. Сколько там их? Два. Там их два. Это бизона. Голова бизона? Да. Смотри, сейчас будут на руки брать. Хочешь потрогать? Да. Да. Не боишься? Ну давай попробуем. О-о. Будешь гладить? А ну давай гладь. Как? Ну что, он холодный? Или тепленький? Круто. Да не спать, да. Кристина, настоящий крокодил, смотри какой. Ух ты. Правда, он небольшого размера, но я думаю, пальчики лучше туда не сунуть, правда? Да, правда. Видно, ему жарко, он охлаждается, купается в такой ванночке. Класс. Ну что, идем смотреть дальше? Какой огромный, Кристина! Это явно не мини. Да, это явно не мини. Хотела бы такого дома? Да. Просто огромнейший кролик. Это вообще, Кристина! Супер! Кролик, вставай. Хочешь ушко потрогать ему? Да. Достанешь? А ну давай попробуем. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Или как он делает? Сквик-сквик-сквик? Да. Ух ты! А вот это уже огромный крокодил, Кристина. Действительно, огромный крокодил. Правда, отсвечивает не очень видно. Кто там? Вот это крутяк, Кристина. По-моему, он смотрит на тебя. Сейчас он ротик будет открывать. Ого-го! Тебе не страшно? Не, мне не страшно. Смотри, какие зубы, язычок какой. Он сейчас хватит тебя, Кристина. Как вот нам назвать самый большой крокодил? Самые большие крокодилы, наверное, нильские. Но это, наверное, не нильские. Это может быть даже аллигатор. Аллигатор? Да, крокодил гребнистый. Но они, по-моему, еще больше вырастают. А это чуть-чуть поменьше. Да, это худыш. Малыш такой. Это маленький худыш, как я. Маленький худыш. Наверное, он еще плохо кушает, поэтому такой маленький. Вот еще, Кристина, смотри. А это какой-то толстенький, маленький, но толстенький. Смотри, какое пузико у него. Пузико широко, а ногти? Ногти явно ему давно никто не подстригал. А это кто? Там целых два. Так кто это? Братик и сестричка, наверное, смотри. Давай, как я назовем, Кристина? Маша и Миша. Маша и Миша? Ну давай, пускай будет Маша и Миша.
Слушай, ну настоящая ферма крокодилов. Сколько их? Только это уже пятый, наверное. О-о. Что это такое? Что это такое? Ой-ой-ой. Что это за малыш такой? Привет. Привет, малыш. Он, наверное, хочет, чтобы его погладили, Кристина. Кто там? Гигантский енот. Это прикол. Это прикол. А вот смотри, какой черненький. Да. Я, честно говоря, черных еще не видел. Это вот таких сереньких. Помнишь, мы как-то ходили уже енота? Ой-ой-ой. Это... Что-то он настроился как-то агрессивно на нас. Смотри. Это такой. Привет. Он зубы показал. А тот спит. Тот, наверное, мальчик темный, а это, наверное, девочка. Ну я не видел таких толстых. Это вообще. Какой он толстенький. Наверное, его тут хорошо кормят, Кристина, правда? Это толстая девочка. Толстая девочка? Смотри, носуха, носуха. Носуху мы тоже уже видели, но она спала. И она была большего размера. А это поменьше, малыш такой еще. А кто там? А это он тут спит просто. Вот такая носуха, малыш. Ой, ой, бегает, бегает, туда-сюда, туда-сюда. Вот, смотри, этот кролик повернулся к нам личиком, мордахой своей. Ой, какой. Смотри, не боится. Сквик, сквик, сквик. Сквик, сквик. Обезьянки, Кристина, смотри, обезьянки. Ой, какая у нее зеленая шерстка. Смотри, бублик кушает. Привет, обезьянка. Поделишься бубликом? Да, поделишься со мной бубликом, обезьянка. Привет. Смотри, ой, ой, смотри. Обезьянка, ты поделишься? А ну потрогай, она к пальчику будет тянуться. Обезьянка, ты со мной поделишься бубликом, пожалуйста. Бублик, вкусный бублик? Да. Дай бублик. Дай бублик. Дай бублик. Обезьянка, дай. Кто у нас еще здесь? Ой, черепахи. А это жаба. Какая-то странная жаба, Кристина. Иди. Я бы, наверное, такую в руки не взял. Или, может, попробуем? Да. Да? Не боишься в такую же превратиться? Я думаю, что это какая-то опасная черепаха. Смотри, какие у нее когти. Прямо орел какой-то. И клюв острый. Похоже на динозавра доисторического. Здорово. Это же маленькие ежики, смотри, беленькие. Ты таких на ручки брала. Да, я таких на ручки брала. Вот. И опять чья-то голова. Кто-то забыл свои рога здесь. Вот, еще смотрите, на рога. Белая змея, змея альбинос. Она альбинос. Моника ее зовут. Это, да, наверное, Моника. Имя, наверное, девочка. Вон она какая белая, скрутилась. Вот кто? Кто имеет хорошую маскировку? Кто же? О, это хамелеон, я его даже не заметил. Смотри, как он замаскировался, Кристина. Вот это крутая маскировка. Ого, какие черепахи громадные, просто громадные. Смотри, смотри, вылазит, вылазит из домика. Смотри, Кристина хочет поздороваться, вот же. Вот-вот, поближе подойди, видно? Ой, какая милашка. Волосики растут? Нет. Такая старенькая, уже волосиков нету, да, Кристина? Наверное, эта черепаха, она совсем не старенькая. А интересно, поскольку они лет живут? Ой, какой малыш, смотри, какой классный. Какой он прикольный. Привет. Только аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Да, конечно, видела. Братика или сестричку его видела. О, какой прикольный. Достают крокодила настоящего. Ого-го. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. По-моему, ей не очень нравится. Ну что, Кристина, давай. Подходи. Ого-го, Кристина. Ого-го, Кристина. Вот это крутяк. Как
тебе такой питомец. Да. Может, такого домой возьмем? Да-да-да. Ну что, Кристина, как тебе ферма с динозаврами, с настоящими крокодилами? Круто, понравилось? Спасибо, пожалуйста. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И ставьте лайки.